Сегодня извлекаю из прикопа прикопанные цветы. Посмотрим. Вроде бы вот этот прикоп меньше пострадал от затопления. Тут даже есть жизнь. Это розы. Красавица моя. Не знаю, что их спасло. Наверное, все-таки агроперлит. Может, биогумус. Может. Счастливо, случайность, тем не менее. Розочки у меня укорененные будут. Все. Все? Угу. Ну, почему? Цветистая красная.